Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Гомельскую область накрыла снегом. Моцные снегопады примусили примать додатковые меры по расчистке дорог и попереджванні здарэнняў. Гомельчане стали на лыжи. Спортивное свято сегодня объединяло больше, как 1000 удельников. Экспорт, инвестиции и 1000 працоўных месцев. СЭС «Гомельратон» отзначила 20-годовый юбилей. Хлеб усяму голова. У Чачырскім районе открылся музей хлеба. А зараз об гэтым іншым больш подрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал супрацовникам и ветеранам органов внутренних справ віншаванне с надыходящим профессийным святом Днем милиции. Продолжаючи овеянные славой героичные традиции старейших поколений, супрацовники органов внутренних справ с гонором и годностью выполняют свой службовый обовязок. На рахунку у людей в милицейских погонах немало досягнений, доброй результативной работы, у якой сполна проявились мужность, профессионализм, громадянская отказность, говорится у веншаванні. Президент отзначил, что органы внутренних справ надеянно выполняют складанные и отказные задачи по обеспечению правопорядку и законности у громадстве, обороне конституционных прав и свобод громадян, захование стабильности у державе. Упевнены, что вы и в дальнейшем будете достойно служить своему народу. Держава и громадство высоко ценят вашу самоданность и верность айчине, подкреслил керавник державы. И он так само подяковал супрацовникам органов внутренних справ за службу родиме и пожадал новых поспехов и досягнений у их нелегкой отказной працы. Протягиваем выпуск. Специальный план Державной инспекции за задейничание всех резервов коммунальных служб и парады выратовальников. Моцные снегопады примусили принимать додатковые меры по расчистке дорог и попереджванні здарэнняў, которые могут быть выкликаны несприяльным надворьем. За оперативной ситуацией ознайомился Олег Сенцеров. По информации областного гидрометеоцентра, наибольш значные снегопады на протягу опошних суток отзначались у Житковичах, Васильевичах, Речице и Гомеле. У Речице, например, выпала полуторадекадная норма опадков, у Гомеля пятиденная. Наибольш значная вышиня снежного покрова означена у Житковичах каля 40 сантиметров, у Гомеле 34, у городским поселку Октябрьский 33. Моцный снег и снежные заносы. Прогноз на этой сутки был не самый сприяльный. Причем особливо значные снегопады начались минулой ночью, у связи с чем специализованные предприятия были вымушены задействовать все резервы. Дорожного коллапса у вынику на Гомельщине не здарылося, але на особных участках от водителей потребовалась максимальная концентрация уваги. Пассажирский автобус со Светлогорска накировался у Гомель у 7 годин ранницы. На окончатковый пункт прибыл своечасово, але вытормить график оказалось непростым. Перед Днепром на мосту, там вообще боковой ветер, и первую полосу оно отбойники, во-первых, стоят, и оно за отбойники наметено, полностью полоса заметена. Так, трудная дорога. У связи с мощными снегопадами сотрудники Министерства по надзвичайных ситуациях рають звертать увагу на стан линий электропередач, которые могут быть пошкоджены мокрым снегом, а так само не парковать автомобили каля дрэў. У областной Державтоинспекции увогуле рекомендуют часово отмовиться от выкористания власного транспорта, когда сделать это немогчимо, выбирать безопасную хуткость и дистанцию и не здійснять резкие маневры. По стане на 11 годин ранницы только у Гомеля было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных зарений, выкликанных несприяльным надворьем. В связи со сложными погодными условиями на территории Гомельской области госавтоинспекция вела план «Снежные заносы». Весь личный состав госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Сотрудники ориентированы на оказание всемерной помощи участникам дорожного движения, которые из-за непогоды могут оказаться в сложной дорожной ситуации. А также сотрудники ГАИ, экипаж ДПС сопровождают звенья снегоуборочной техники и помогают в очистке трасс города от снега. Непосредственно у Гомеля для уборки дорог и тротуаров задействована вся техника. Снег расчищают на машины, предназначенные для перевозки воды. Их оснастили специальными пристосованиями. При этом сами водители работают с минимальными перепынками. У державного предприятия по утриманию дорог ГАРСАП яны сели за руль еще у 8 годин ранницы 2 соковика. До 17 где-то работать, до 18, так. Потом перерыв, отдохнуть, перекусить. И где-то часа в 3 мы выехали на вторую чистку. Вот, а здесь уже работаем без этого самого. Ну, вот сейчас только на обед стали. Олег Сенцеров, Евген Накенко, телерадиокомпания «Гомель». А вот героем нашего наступного сюжета «Богатый снегопад» только на корысть. Сегодня гомельчане массово стали на лыжи. Спортивное свято «Гомельская лыжня» 2018 собрало у заречной зоне Ракисош больше как 1000 аматров активного зимового отпочинку.
по одним сім'ями, компаніями, навчальними установами і працовними колективами. Амаль усе з лыжами. Гамільшані активно рушили у заречну зону Сожа, каб весело і з корыстю провести перші дні календарної, але ще не кліматичної весни. Мощний снігопад унес корективи тільки у організаційний процес. Однак, дякуючи зладженій і оперативній підрихтовчій роботі, нічого не перешкодило проведенню спортивного свята. І на лыжні, і в зоні відпочинку було комфортно і безпечно. Бігаю раза 3-4 рази в год на всіх лыжнях, ну, на всіх мероприятиях і так. Ну, траса, звісно, рихловата, снігу багато випало, м'яка. Ну, в принципі, нормально, день хороший, не дуже холодно, нормально. Нехто тільки освоює гэты від спорту, нехто не представляє свого зимового відпочинку без лыжні. Некалькі узростових категорій і різної по довжині траси. Організатори предугледзіли усе, каб конкуренція була сумленной. Лыжня удається. Ви знаєте, в прошлом году ми з большим перерывом провели перший раз лыжню. 3 года ми не проводили за відсутствия снега. В этом году ми опять проводимо лыжню. В такому пориві за здоровим образом жизни надо вот эти последние дни зимы ловить для того, чтобы хорошо провести время. Болельщики согревалися гарячей гарбатой, а лыжники – боротьбой на трасе. А и она часом была напружена. Так что на п'єдестал подымалися самые худкие. А ті, хто до призових місцев не дотягнув, не отчаивалися. Старый принцип – головне – не перемога, а удел – тут оказався дарыше. Комфортное надворье, добрый настрой и, головне – веселая компания – самая лепшая узнагорода. Максим Савин, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У Житковіцькім районі відновлений рух по понтонному мості праз Прип'ять. Открили часову переправу на новому місці близ вёски Борки, прикладно у 2 кілометрах вишей по плині від раннішого місця знаходження. Нагадаємо, понтонний мост довжиною 170 метрів збудували спеціалісти Міністерства оборони і Міністерства по надзвичайних ситуаціях. По переправі можуть рухатися пішоходи і легковий автотранспорт. Проїзд великогрузів організований по республіканських дорогах. На обох берегах ріки Червоний Криж обсталював пункти обогреву. При несприяльних метеорологічних з'явах, наприклад, інтенсивним крихоході, людей знову будуть перевозити катерами. Окрім того, розглядається варіант організації транспортування людей при допомозі ледокола. Експорт продукції у 65 країн світу, амаль 30 тисяч працівників, звиш 13% витворчості всієї промислової продукції в області. Свободна економічна зона «Гомель-Ратон» відзначила 20-ліття. Про поспіхи і нові плани СЕС – сюжет Марини Джалай. Узнагороди, подяки і віншавання. У бізнес-центрі свободної економічної зони «Гомель-Ратон» з нагоди юбілею зібралися представники влади, резиденти СЕС, сябри і партнери. І кожному є що сказати один одному. Я ще до початку урочистої частки зрозуміла, що сюди прийшли однодумці – люди, які розвивають економіку регіону і ті, хто гэтому садзейнічає. Світлогорське підприємство зварочних електродів шмат годов супрацовнічає со свободной економічною зоною. Вот гыки об совместной праце только становчие. Та помощь, которая нам оказывается в плане льгот по налогообложению, мы имеем возможность расширять производство. То есть в этом году мы уже запланировали и уже движемся в этом направлении по расширению производства где-то приблизительно на 20% мы увеличим наши мощности производственные. Ну и, соответственно, будем работать, чтобы уже произведенную продукцию на этих мощностях збивати на території всіх стран таможенного союза. Гомель-Ратон – самая масштабная у Беларуси свободная экономичная зона. Вытворчасти яе резидентов размещены у 11 районах Гомельской области. Летость, дякуючи их деньню, притягнута свыше 230 миллионов долларов инвестиций. Амаль полова з них – замежные. 13% всего промышленного производства Гомельской области – это вклад резидентов Гомель-Ратон. Это с учетом, кажется, цифра маленькая, небольшая, 13%, но это с учетом того, что у нас есть свои гиганты, как Мозырский нефтеперерабатывающий, Белорусский металлургический завод, Беларуснефть. Что хотелось бы отметить, что 75 предприятий резидентов свободной экономической зоны – это более 30 тысяч работников, которые получают достойную заработную плату. Все организации свободной экономической зоны – это 22% всего экспорта всех предприятий Гомельской области.
Найбуйнейшие поставщики замежного капиталу – Делкам-40, Алкапак, Мультипак, Фрешпак Солюшенс, Светлогорский завод сварочных электродов, Гидросила Беларусь. До того же, у минулом годе зарегистровано 7 новых организаций. Это другой показчик у Беларуси после Минска. Створено свыше 1000 новых працовных мест. Великие и разнобаковые планы вызначены и на этот год. Находится на рассмотрении уже в Совете министров Республики Беларусь об изменении границ свободной экономической зоны. Это не значит, что больше будет гектар. У нас 7500 сейчас, наоборот, уменьшится. Но качество участков, которые у нас будут сейчас, я думаю, подписан будет указ президентом. Качество участков, где можно размещать новых резидентов, оно улучшится. Это хорошие участки появятся новые в Жлобине, и в Речице, и в Светлогорске. Например, ведутся перемовы с потенциальными инвесторами об организации экспортно-ориентованных вытворчеств пассажирских автобусов, которые выкористовывают у якости палива газ, а так само приборы улику электричной и тепловой энергии, ортопедичных имплантатов и медицинских текстильных выработок. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Беларуси изменены графики работы установ аховы здоровья у выходные и святочные дни соковика. Поликлиники и аптеки 8 соковика будут працевать по графику святочного дня, 9 и 10 – субботнего дня, 11 соковика – як у звычайную неделю. У выходные и святочные дни приемные отделения больниц, травматологичные пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут працевать во взмоцненном режиме. Так само плануется организовать административные дежурства отказных супрацовников Управления аховы здоровья облвыканкамов. Еще одна мясцовая инициатива реализована у Гомельской области, дякуючи проекту «Содейничание развитию на мясцовом узровне у Беларуси». Он реализуется программой развития ААН и финансуется Европейским Союзом. У агроградку Батвинова Чачерского района открылся музей хлеба. С экспозицией ознайомился Максим Савин. Хлеб – это не просто неотъемная частка нашего повседенного життя и частка народной материальной и духовной спадщины. С твердой упевненностью у гэтым директор Батвинского культурно-спортивного центра Ирина Никишова распочинала створение музея. Просто идея отримала цікавое и креативное увасабление. Спочатку экспонаты собирали своими силами, после до справы долучились Меркуловицкий сельсовет и Чачерский райвыканкам. Прилады, которые ранее использовались при выпечке хлеба, шукали у Чачерским и Будокошелевским районах. У 2014 году музей принял первых наведвальников. Тогда он занимал всего два помешкания. У одним находилась экспозиция, у другим – печь, у якой на вачах наведвальников пекли хлеб и рассказывали об связанных с этим процессом поверьях и звычаях. Дякуючи проекту «Содейничание развитию на мясцовом узровне» у Беларуси, який реализуется программой развития ААН и финансуется Европейским Союзом, музей хлеба отримал новый виток у развития. А зараз мы поширили экспозиционные выставочные комнаты попорабили. Там уже идет у нас все отдельно. Выставка хлебов сучасных. Там у другой комнате там у нас все, что связано с хлебом, с его посевом. Какие робили ранее пролады працы робились, там были, выкористовывались у посеве хлеба. Полепшили материально-техничную базу, пробрали костюмы, аппаратуру всю. Только знакомством с экспозицией наведывание музея и ранее не обмежевывалось. Зараз с новыми махчимостями з'явились и новые идеи – масленица, калятки, дожинки. Для наведвальников могут провести любое народное свято с песнями, гульнями и почастунками. Все обовязково с мясцовым колоритом. Одна из самых интересных часток забавляльной программы – это мастер-классы. У музея хлеба можно не только доведаться и убачить, как выпекают хлеб, але и поудельничать у процессе. Сучасную духовую печь так само набыли, дякуючи проекту программы развития ААН и Евросоюза. До этого хлеб пекли у традиционной дровяной печцы. Менавіта майстер-класы выкликают у юных наведвальников самые яскравые эмоции. Такі звычайный до этого продукт робится нечем особливым. У хутким часе музей хлеба может дать житё еще одной инициативе, але уже у рамках района. В каждом населенном пункте города, района Черского района, очень трепетно относятся к хлебу. У каждого есть свои традиции, свои обряды. Но и поэтому я думаю, что на базе именно Батвиновского клуба мы будем проводить фестиваль, а со временем приглашать сюда из близлежащих регионов, где будем делать настоящий большой праздник хлеба.
Первый фестиваль хлеба может отбыться у агрогородку Ботвинова уже наступной осенью. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Чачерского района. Вывучение робототехники у Беларуси набирая популярность. Открываются клубы и гуртки, а жадающих конструировать роботов становится все больше. Сегодня у Гомеля вызначать лепших у этой справе. У палаца легкой атлетики «Динамо» проходит другой областный турнир по робототехнице «Робоквест». Его организатор – Гомельский областный центр техничной творчести детей и молоди. Спаборництва – частка регионального этапа республиканского конкурса. За перемогу спрачаются около 200 хлопчиков и девчонок. Команды змагаются у двух категориях. У сравнении с 2017 годом колькость удельников турниру повеличилась амаль удвоя. Переможцы отримают дипломы, памятные призы и возможность представить Гомельскую область у республиканском конкурсе. Для удельников мероприемства организаторы подрихтовали займальные конкурсы роботов, выставу робототехники и шоу-трансформеров. Среди основных метов турниру – популяризация робототехники, реализация творчих здольностей, науковых и познавальных интересов детей и подлетков. Лепшие вокальные коллективы, танцовщики, актеры и майстры мастацкого слова собрались на одной сцене. Их объединял фестиваль-конкурс «Ветка Пасожжа». Свои достижения представили творчие аматорские коллективы Ветковского района. С развитием арт-подей назирал Александр Лупиненко. До выхода на сцену застается несколько хвилин. За кулисами опошнее приготовление артисты хвалюются. Первыми на конкурсную пляцовку выйдут представники предприятия «Ветковский спецлясгаз». Надеемся, что зрителю понравится. У нас и песни, у нас гармонь, у нас гитара, у нас и танец, у нас и юмор, сценка очень интересная, у нас и стихотворение. Ну, в общем, у нас программа очень разнообразная. Супрацовниками лесу на гэты раз творчую пляцовку делили специалисты районной ветеринарной станции. История фестивалю распачалася у 2012 годе. Тады шматлікія непрафесійныя артысты упершыню прадставілі сваё майстэрства на вялікай сцэне. А сёння яны нярэдка ўпрыгожваюць мерапрыемства раённага маштабу. За час існавання конкурсу з'явілася і шмат новых намінацый. Акрамя вакалістаў на сцэну выходзяць акцёры, літаратары і артысты арыгінальных жанраў. Сейчас на сцэне наших мероприятий в основном выступают наши работники, люди, которые у нас занимаются, а есть люди, которые имеют прекрасные таланты, как вокальные, так и хореографические, которые находятся где-то в тени. И мы потом их находим, выбираем, и потом они же дарят людям свой талант, свое дарование на сцене во время наших больших мероприятий. За час основания организаторы конкурса удосконалили умовы проведения творчего спаборництва. Сёлета удельников и аматоров душевной атмосферы еще чекает шмат сюрпризов. И самый главный из них – фестиваль переезжая у вёску. Раз в месяц концертная пляцовка будет размещаться у сельских домах культуры. Финал отбудется у красовику. Тады ж глядачов сбере и великий галоконцерт. Александр Лупиненко, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» з Ветки. Гэтыя так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Плённых вам выходных дзён і да новых сустрэч у эфіры.